Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 15 февраля 2021 года, на улице минус 17. Ночью было минус 20. 3 февраля я сеяла оранжевые перцы, купленные в магазине, из магазинных. Семена брали из магазина. Их, видите, прорастают. Поставила на солнышко, на окошке. Прям парильня настоящая. Но не дружно. Вот видите, где сходят хорошо, а где пустые места. Но я, как говорила, мне больше 20 штук не надо. Будет здесь много выбрасываться. А вот красные, посмотрите, как дружно сходят. Аж просто жалко будет их выбросить. Какая красота. Вот только в уголочке пусто. Я буду оставлять их в этом контейнере. Просто разрывать. Здесь у меня по 5 рядочков. Раз, два, три, четыре, пять. 5 туда, 5 туда. Ну, а где по 6? Ну вот. Будем оставлять 20 самых хороших. Не знаю, когда начинается пикировка, разрыв рассады, какая-то такая жаба начинает, жалко выбросить, стараюсь все посадить. А когда приходит урожай и начинаешь говорить, вот зачем я насадила, зачем мне столько много, жалко выбрасывать. Вот такой тип человеческой натуры. Я ею являюсь таким типом. Как говорится, жаба давит. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Познакомила я вас со своим перцем, как он у меня растет, сходит, растет, и как дальше будет развиваться. И, конечно, мы с вами будем убирать еще и урожай. Заходите в гости, как всегда, буду очень рада. До свидания, до новых встреч. Ну, теперь до пикировки, до разрыва. Когда вот вырастут на высоту вот этой, ну, может, и немножко поменьше, и будем с вами разрывать. Пока!